В Театре юного зрителя сегодня зажгли. У здания, которое сейчас реконструируют, загорелись стройматериалы и декорации. Никто из рабочих не пострадал, они вовремя заметили возгорание и дожидались пожарных неподалеку. Как выяснилось, горел пристрой к зданию. Там рабочие складировали строительный мусор и доски. Кроме того, дожидались возвращения на сцену старые декорации. Спасти ничего не удалось. Впрочем, сотрудники ТЮЗа не расстроились. Самое ценное, что хранилось в помещении – стройматериалы. По оценкам пожарных, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. ЧП случилось после того, как строители приступили к сносу пристроя. Напомню, сейчас в театре идет капитальный ремонт. Рабочие делают вторую сцену, новые подсобки, двухуровневый паркинг, а также летнюю зону отдыха.